Благословен твой труд. Добро тебе, дикая голубка. Сопротивляться, стрелять! Слушаюсь! Почему не пришел к князю? Оружие! Оружие! А? Твоя земля продана! Собирай золото и убирайся! Я не меняю землю отцов на золото Амара! Жечь! Есть! Зажигай! Разойдись! Тормишь пес, как твой отец! Соломы! Соломы! Зажигай Пасху! Слушаю! Быстрей! Уходите! Хороший костер. Выстрели! Слушаюсь.
не пугают эти крики? Крестьяне радуются празднику. За границей меньше шумят, больше делают. Вы у себя на родине, князь. Резонно. Итак, вы решили? Я не торгую землей. Ну, это называется аренда. Здесь это называется спекуляция. Вы не стареете, князь. Листовки раздашь по селам. Будьте осторожны, барин. Арестован дотор. Ого! Что, и Марытхва здесь? Он любит попировать на праздниках. Приветствую вас, князья. Теперь все, можно начинать. А шрифты как получил? Спрятаны у меня дома. Надежно. Завтра с торговцами кукурузой прибудет станок. Невесте победителя предоставляется право танца в его честь. Ты будешь танцевать для меня. Моя победа для тебя, приду первый. Мой танец для меня. Белый башлык. Хаджарат? Белый башлык. Хаджарат! Белый башлык! Хаджарат! Он будет связаться с князем. Ты звал меня, князь? Я пришел. Он не сходит с коня. Князь Амар не простит. Верни мою землю, князь! Почему не начинают? Ты опоздал. Стремя, стремя, барганец! Амар! Ничего не произошло, князь. Это ж слуга. А ну, джиги ты! Вперед! Он мертв! Изверги! Станцуешь для меня? Ставлю на этого. Он победит. Крестьянин обойдет князя? 1 против 100. Успокой коня, Данс! Победил белый башлык! Распространяет сильный. Взять! Что здесь происходит? Наведите порядок, князь. Стойка!
Отправьте ее на кухню. Ты будешь танцевать под моим кинжалом. Отойди. Уходи. Уходи, Батер. Обыскать. Разойдись. Назад. Руки. Руки. Он успел их раздать. Князю. Князю. Возьми ребенка. Давненько не виделись. Да, давно, господин оберполицмейстер. Землю крестьянам. Долой князей кровососов. Ха, что скажешь? А что сказать? Слова правильные. Это тебе не палуба Потемкина. Заколоть! Пошел! Гость опозорен! Почему арестовали гостя? Не время об этом говорить. Вы позорите Абхазию, нарушили закон гостеприимства. Кочарат, остановись, Кочарат! У кого увижу эти бумажки, расстреляю! Всем сдать листовки! Я сказал сдать листовки! Абхазы! Час! Час! Эшка! Никого нет. Ну, быстро! А, глотка пересохла. Ну, живее, живее! Отпустите гостя из этого ящика! Стража! Стража! Захотел сам там... Я тебя сейчас проучу! Закон абхазов нарушили, князя, теперь ты свободен, гость. Выпрягай коня. Спасибо, друг. Почему не выпрягаешь коня? Да я еще не свободен. А? Ты что, воюешь один? Почему один? Со мной мой конь и оружие. Маловато. Извини, гость. А ну-ка. Достаточно, чтобы быть свободным. Свободным обреком? Мал мой крестьянский род, но он никогда не знал обреков. Крестьянский род не мал. Мало господ, слуг достаточно. Торопись, гость, скроешься за поворотом в лесу. Понял тебя. Я отвлеку их! Ah!
Отступить! Хаджарат! А где же стражники? Они скоро будут здесь! Боже, скорее! Бадра! Да! Аресты были? Пока нет! Они уходите в лес! Они погонятся за мной, я уведу их! Ходи, Хаджарат! Уходите! Опасть! Там что? Ходи в лес! Давай! Где они? Там, Хаджарат! Он у ефрейтора! Не бросайте меня! Не бросайте! Опа! Опа! Ну! Опа! Опа! Князь, так? Князь, не надо здесь так мальчика, князь! Молодец, Амар! Браво, браво! Отлично! Прошу всех к столу! Отлично! Прошу, господа! Врагов нужно ненавидеть, княгиня! Да! Наши предки учили уважать врага. Пусть твой противник будет достоин тебя, Амар. Желаешь мне смерти, Шаббат? Желаю быть благородным, да. Пусть всегда твой удар будет первым, сын. Благодарю, мама. Ну, хороший. На. Я нуждаюсь в твоей помощи, князь. Да? Я весь внимание, дорогой Нахарбей. Земли Аспы. Ой, я бы сжег это логово вместе с их землей. Эти земли когда-то принадлежали тебе? Ха, давно уж продал Шаббату. Сейчас это большой капитал. И, кстати, еще не поздно все изменить. Я хорошо уплачу тебе. Господин обер-полицмейстер здесь? Так точно. Разрешите доложить. Сбежал заключенный. Убито двое. Что? Кто посмел? Бадра, Хаджарат. Там были крестьяне из Аспы. Все скрылись. Пес! Коня! Одежду! Одежду! Я знаю, где его найти. Оружие! Амар! Амар, становись! Оставьте, Шаббат! Пусть мужчины порезвятся! К обеду индюка зарезать, мальчик мой! Бычка, мама! Вашего сына отличный аппетит! Я поучу его, господа! Удачи тебе, сынок! Которое суждено пролить, не теперь спокойно, Бадра. Ну и зачем тебе эта трусость? Не твое это дело, жена. Мы хозяйство совсем забросили. Иди, Варима, малый. Не ходи. Уходи! Уходи, жена! Уходи! Ты, жена! Я русский! Троих! Где Хаджарат? Хаджарат? Ай, Бадра! 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 Хаджара! Хаджара! Чего тебе надо, Амар?
Я обещал тебе, что ты будешь танцевать под моим кинжалом, или забыл? Я ничего не забываю. Пропусти меня, Амар. Эту реку тебя не перейти, широколапый. Уйди, не нужно крови. Месье смывает обиды. Только кровью ты сдохнешь! Рано говоришь о моей смерти, я тоже не прощаю обид! Сейчас я посмотрю, какой ты злотый! Ну что ж... У месье у источника лежит тело Амара. Убил его я, Хаджарат, сын Кяхбы Ахмата. Нет! Нет! Слуги! Стрелять! Слуги! О, сын мой! Нет, о, боже мой! Уйдите! Уйдите! Оставьте! Не дал? Не дал. Не дал. Убил! Он умрет! Мы провожаем в последний путь Амара. Рука Хама пролила княжескую кровь. Я не стану оплакивать нашего Амара. Сегодня в день, когда мы навеки расстаемся с ним.
клянусь перед твоей матерью, перед тобой, Амар, что скоро я положу на твою священную могилу грязную лапу твоего раба. Клянусь! Смерть Хаджарату! Смерть бунтовщику! Смерть! Смерть смутьяну! К ноге пса! А ты что скажешь, князь? Амар был слеп. Это ни слова у гроба. Пусть будет проклят твой род. Уйди, Шабас. Это слово князя? Он заодно с ними. Прочь, пусть он покинет нас. Крестьянин. Знаете, я слышу, скачет, думал, Бадра, это вы. Это Бадра нес тебе. Ага. Вот они. Да. Молодец, Бадра, сберег. И знаться здесь проголодался. Ну вот, прибудет станок, составим из этих буколок слова и повоюем. Слова не пули. Смотря какие слова, Хаджарат. Вот послушайте, что мы напечатаем. Могучие волны негодования и протеста катятся по всему пространству громадной России. Бастуют рабочие Петербурга, Москвы, Тифлиса, Баку. Встает на защиту своих прав и крестьянская Абхазия. В ответ на экзекуции и зверства карателей, в ответ на разграбление сел и деревень мы говорим: хватит терпеть! Долой бесчинство властей, долой князей кровососов, крестьяне Абхазии, боритесь и знайте, что вы не одни, с вами вся рабочая Грузия, весь Кавказ, вся Россия, объятая пламенем протеста. Ну как? Поймут? Убит Бадра. Гидал, когда Бадра шел к тебе. Значит, они уже начали расстрелы. Негодяй. Гидал умрет этой же ночью. Если тебе дорого дело, за которое отдал свою жизнь Бадра. Я сделаю все, что ты скажешь. Но пока Гидал жив, я не узнаю сна. Я тебя найду. Прощай.
Я провожу тебя, гость. Кто кричал? Кажется, у ворот. Проверь. Слушаюсь. Белый башлык? Стражей много? Двое. Держи. Не меня! Стреляйте! Вали! Вали в него! Сдох собачьей смертью. Ты отмщена. Прости нас. Мы не успели спасти Бадру. Бадру не вернешь, Хаджарат. Я ухожу в горы. Хаджарат, мой дом беден, но у него всегда найдется место для тебя. Мы поможем тебе построить очаг в нашем селе, Хаджарат. А? Марытха уничтожит каждого, кто осмелится приютить меня. Возьми. Вся Грузия будет славить твое имя. Я не искал славы для этого. Эй, Хаджарат! Ты уносишь с собой надежду.
Пока поют эти горы, никогда не теряйте надежды. Эй! Заройте его, как пса. Я еще жив. Ты уже сдох, Гидал. Поручик, предложите князьям собраться. Завтра же. И пусть они не скупятся. Если до восхода солнца Хаджарат не будет выдан, село бунтовщиков сжечь. Печальную весть ты привез в свое село, малыш. И все же спасибо тебе. Марытхва собирает сотню. Эх, если бы у нас было оружие, Марытхва нашел бы здесь смерть вместе со своей сотней. Подойдите поближе, воины. Мы скажем свое слово. Марытхва грозит сжечь наше село, если мы не выдадим ему Кяхба Хаджарата. Хаджарат напомнил нам, что мы не рабы. Он освободил из позорной тюрьмы вас, воины. Он один расправился с насильником и кровососом, князем Амаром. Он бесстрашный герой героев. Разве мы можем предать его? Мои глаза не видят. Слабый. Твои плечи, старец Манча. Едва держат. А лаваш твои руки, Несор. Но разве ослабли твои плечи от страха, Никуало? Твои, Тараш. Твои, Лат. Твои, Отзор. Они ослепили меня, Дат, царские погоны. Царские погоны никогда не украшали одежду Абхаза. Скачи к Хаджарату, брат, и поторопись. Скажи ему, что крестьяне не выдадут своего героя. Эснат, сын мой. Слушайте меня, сельчане, старики и дети. Покинут Аспу. И пусть мы найдем здесь смерть, но не покроем свои головы позором. Войны, клянитесь защитить эту землю. Клянемся.
Хаджарат. Прими гостя к костру. Герой герой. Наконец-то я нашел тебя. Добро тебе. Какой я герой. Это старцы Аспы назвали тебя так. Разве осмелился бы я? Марытхва идет сжигать село. Что решили старцы? Не выдавать тебя. Но у крестьян нет денег на оружие. Где сейчас Марытхва? Уже в казармах Афона, собирает сотню. Скачи в Аспу, скажи старцам. Марытхва не придет сжигать село. Стой! Что ты задумал? Я не хочу крови на моей земле. Марытхве нужен я, он увидит меня. Он убьет тебя! Он убьет тебя и все равно сожжет Аспу! Ты должен защитить село! У Марытхвы сотня, крестьяне безоружны. Яков поможет нам достать оружие. Ай, споткнулся Ганецвали. Тебе очень понравился конь Хаджарата? А тебе он не нравится, такой конь? Хаджарат, скажи этому человеку, пусть он спрячет кинжал. Я что-то знаю. Оставь его, Дато. Ты великий герой, Хаджарат. Прости меня. Ну, поверь, что твой конь заслуживает того, чтобы его украсть. Ох, что за конь, что за конь? Я у князей не видел такого коня. Он достоин твоей головы. Не тебе ценить голову Хаджарата. Это твоя голова ничего не стоит, но твоя, Хаджарат. Этот князишка вез деньги на твои поминки, Хаджарат. Сегодня у принца Анденбургского бал. Все князья будут там. Сколько денег они бросят на серебряный поднос, чтобы снять с тебя твою голову, Хаджарат? Хоть бы издали, хоть бы одним глазком посмотреть на эти деньги. Ты увидишь, вор, эти деньги. Дато, скачи в Сухуми, скажи Якову, скоро буду. Понял тебя, Хаджарат. Ну! Ты берешь меня с собой! За мной, вор! Половина моя! Тебе конец, бедный Шерван. Ты все запомнил? А? Все запомнил. Если первый выстрелит Марытхва, половину денег отдам Дато в Сухуми на базаре. Все деньги? Ну все, конечно, все. Зачем они мне? Себе ничего не оставлю. Ты на том свете торговаться будешь? Все, вор, все. Ну все, все. Все отдам. И он купит немного оружия и переправит его в Аспу. Конечно, отдам. Нужны они мне. Зачем они? А если меня убьют? Смелее, Шерван. Крестьяне не выдадут Хаджарат. Я сожгу каждый клочок земли, где ступит нога этого Хаджарата. Если не выдадут, продадут, крестьяне на это не пойдут. Господа, хоть голова этого пса не стоит медного гроша, здесь 40 тысяч. Браво!
моих 20. За такие деньги крестьянин продаст все. Пять к столбу. 10 тысяч. Смерть смутьяну. Даю 1000. Раз 5 этого сукиного сына. Раз 5. 8 тысяч. Опомнитесь, господа. Пострадают невинные. Их вина в том, что они вырастили бунтаря. Всех сжечь. Совершенно верно. Всех-всех. Всего бунтарей сжечь. Сжечь. Превратить в пепел. Когда разгорается большой пожар, он уничтожает все. Подумайте, что делать. Князь беспокоится о своем имении. Не волнуйтесь, князь, я сохраню ваш дом. Я не принимал ничьей милостыни, даже царя. Что? Успокойтесь, господа. Князь Шабат извинится. Вы погорячились, князь. Говорящий правду в лицо должен иметь наготове коня. Он у меня всегда оседлан, господа. Коня князю Шабату! Коня князю Шабату! Привет от Шрона, князья! Прикажите не стрелять, принц! Не стрелять? Живей, Шерван! Мое почтение! Назад! Живей, Шерван! Пожалуйста. Да. Это мое самое большое ограбление в жизни. Прекрасное ограбление. Прекрасно. Назад! Благодарю вас, князья! Судьба стачки во многом зависит от вас, товарищ Нестор, на борт. Казаки не должны выйти из казармы, иначе погибнут десятки, сотни бастующих рабочих. В случае необходимости мы перебросим туда отряды из Тифлиса и Баку. Правильно. О, Яков Кузьмич, наконец-то. Что у вас? Штабом по всему городу сформировано 10 дружин. Все рабочие проинструктированы. Первый и второй отряды блокируют Думу. Одни и часи выступления оповещены. Очень хорошо. Кто это, товарищ? Вот, познакомьтесь. Хаджарат. Белый башлык? Он самый. Знаю, слышал. Ну, как там у вас в горах? Завтра Марытхва готовит кровавую расправу над Оспой. Вот как? А что крестьяне? Решили сами защищаться. Марытхва не войдет в Оспу.
Мы должны им помочь. Хаджарат привез деньги, надо закупить партию оружия. Поймите, мы не можем их оставить одних на произвол карателей. Завтра утром я хочу доставить туда партию оружия. Это невозможно. Вы необходимы здесь. В ваших руках узловые... Вот, Хаджарат. Главное оружие против царя. Прошу. Я знаю эти места, знаю людей. В конце концов, это мой долг перед ними и перед самим собой. Хорошо. Но прошу вас, поменьше риска. К началу забастовки я буду в Сухуми. Они еще здесь. Ну и нюх у тебя, Шурван, как у собаки. Ну что, вроде бы все. Винтовки, патроны. Теперь бы успеть, а? Не беспокойся. Теперь успеем. Золото не должно быть у турок, Шурван. Или ты не Шурван, Шурван. Все в порядке, эфенди? В порядке, в порядке. Да поможет вам Аллах. Скорее уплывайте! Спокойно, Шурван. Спокойно. Поехали. Агай! Христиане Аспы! На руку перевала! Агай! Жители Аспы, князь. Сойди с коня, Дат. Ты перед старшим. Они покинули село, чтобы не предать тебя, Хаджарат. Маритхва сейчас будет здесь. Я знаю. Дай мне свое оружие. Из него я стрелял в твою честь. Возьми. И пусть даст тебе Всевышний силы сохранить совесть моей Абхазии. Воины у реки, они ждут тебя, Хаджарат. Прощай. Победы вам. Белый башлык! Белый башлык! Он успел! Хаджарат! Добро тебе! Добро тебе, Хаджарат! Победы вам! У Марыхвы сотня! Я видел их на перевале. Здесь все? Вверху еще там, у своего дома. Марыхва! Сколько у вас патронов? Мало, Хаджарат. Ты не достал оружия? Яков везет оружие. Скоро будет. Будет оружие! Эсад, скачи ему навстречу. Встречу у перевала. Встречу, Хаджарат. А если он не успеет? Успеет за мной! Эй! Thank you.
Поручик, с дозором село. Слушаюсь. Слушай, стоять. Надор, со мной. Он посылает разведку. Этих пропустить. В селе укройтесь у каждой тропки. Он не должен знать, что мы здесь. Поняли тебя, Хаджарат? Сотня! Стоять! Здесь же будут стрелять! Женщине лучше уйти! Это лучше сделать тебе. Я сам смогу защитить свой очаг. Ну, успокойся, сынок, успокойся. Хаджарат хочет нас защитить. Ну ладно, не горячись. Укройся вон за теми мешками. Я приведу их сюда. Он еще юн. Он сделает все, как ты скажешь. Пусть все твои болезни упадут на мою голову. Первых не стреляй! Жди! Сопротивляться, отходить! Ищите белого башлыка! Осмотреть все! Эй, выходи! Выходи! Никого нет. Не бойтесь, мы не тронем вас! Князь хочет говорить с белым башлыком! Никого нет, они попрятались! Назад! Эй, выходи! Бросили дома, они что-то задумали! Назад! Село брошено, они ушли! Отходить! Возвращайтесь назад! Пусто, господин оберполицмейстер. Прятались. Пугните их, поручик. Слушаюсь. Первый взвод. Орет. Ой. Турок он и есть турок. Плывите в Турцию, а деньги опять у Шруана. Эй, я принес вам золото. Вот она упала. Крепкий гачич. А? И я упал. А? Ну и шаг ты, а не конь, не мог меня удержать. Ну и беги, беги. Тебе золото больше, чем я украл у вас за всю жизнь. О, кажется, за мной гонят. Зачем я украл пистолет? Один упал. Сколько вас? Второй упал. Ну, падай, я ж тебя убил. Поскакал умирать. О, какой конь. Господин обер! Все-таки он посмел. Поручик, действуйте. Первый взвод! Зажигай! Второй взвод! Заходи!
Куда ты их несешь? Покормите. Схоронись, сынок, как тебе Хаджарат сказал. Сядь сюда, тла! Если он мужчина, он выйдет! Прячься, сынок! Живей! Колячи, живей! Ай-ай! Дело пошло! Вот он, за ним! Разбросал здесь свое тряпье. Вон, еще золотой. Ого, опять лезут. Когда им надоест? Подавись! Ха-ха, ты еще жив. Привет, Аджиро!
Винтовки заряжены! А где остальные? Наверху, торопись, они без оружия! Хаджарат где? Хаджарат! Ай! Патроны! Ловите Хаджирата! Thank you.
Ничего, он встанет. Встанет, сын, встанет. Видишь, твои друзья пришли к нам в дом. Он сделал все, как ты сказал, Хаджарат. Встань, я приготовлю ему малыгу. Вы выпейте в честь победы. Я виновен в смерти твоего сына, мать. Убей меня. Кто твой отец? Его убили. А мать? Она лежит рядом с ним. Бедный. Ты будешь моим сыном. Клянись, Хаджарат. Прикоснись к груди матери. Клянусь. Пока я жив, ты не узнаешь горя. А вы, джигиты, идите домой. Сегодня мой сын Хаджарат будет отдыхать у своего очага. Пусть каждая мать знает, жив ее сын.
Пусть никто не оплакивает смерть Кана. Скажите всем, жив мой сын, жив! Погрейся у огня. Отдохни. Выпей вина. Пусть твой очаг никогда не погаснет. Да сбудутся твои слова. Поешь. Отдохни у своего очага. Я не знаю, откуда ты родом, герой, но раз ты в эту минуту был с нами, эта земля вечно будет тебе благодарна. Теперь это твоя земля, гость. Спасибо, отец. Ты защитил нас от позора. Спасибо тебе, сынок. Спасибо. Спасибо. С возвращением вас, спасибо. Где Хаджарат? Я хранил его всю ночь. Марытхал может вернуться в любую минуту. Никуала и Ладона перевала. Надо расставить посты на всех дорогах. Хорошо. Понял, Яков. Яков, тебе надо возвращаться. Знаю. Здравствуйте, мать. Здравствуйте. Добро вам. Пусть твои болезни перейдут на меня. Хаджарат в огороде. Спасибо. Сынок, к тебе гости. Рад тебя видеть, Яков. Здравствуй, Хаджарат. Я сварю мамалыгу. Пойдем к очагу. Я тороплюсь, поговорим здесь. Я слушаю тебя, Яков. Я должен вернуться в Сухум. Может быть, погасишь немножко? Вот что. Тебе надо уходить из села. Уходить сейчас, немедленно. Разве мы не победили? Жители села возвращаются в свои дома. Это еще не победа, Хаджарат. Марытха может вернуться. И вернуться за тобой.
Теперь ему нужен ты, а не село. Ты предлагаешь бежать? Скрыться временно. Рыбаки переправят тебя в Батум. Нет, Яков, пока эта рука держит кинжал Марытов, они увидят мою спину. Не всегда побеждает кинжал, Хаджара. Я знаю. Здесь моя мать. И эта земля стала моей матерью. Я не могу принять твой совет, брат. Если Марытхо вернется, зажги костры на перевалах. Сколько ты сможешь продержаться? Да не посмеет он. Нет, Хаджарат, только всеобщая стачка рабочих сможет остановить Марытхо и спасти жителей Аспы от разорения. Спасибо, Яков, от нашей земли. Ну? До встречи. Он остается? Да, остается. Ты должен понять сердце горца, Яков. Теперь у него здесь мать. Я понимаю. Боишься, Марытхо вернется? Боюсь. Вот что это то. Скачи в Грузию и собирай отряд. Хорошо, Яков. Торопись, Дато! Если мы не успеем остановить Марытху, это должны сделать вы! Я понял тебя, Яков! Ты уже собрался, сынок? Пора. Вот. Поставь от меня поминальную еду на могилу твоей матери. Скажи ей, что я буду беречь глаза ее сына, как свои. Пусть она отдыхает спокойно. Бедная. Все сделаю, мать. Я скоро вернусь! Да встретишь ты на своем пути только счастье, свою суженую. Пусть твое горе упадет на меня, пусть твое сердце всегда радуется. Караса. Здравствуй, Караса. Добро тебе. Входи, Хаджарат. Добрый день, матушка. Хаджарат. Ну что стоишь, дочка? У нас в доме такой гость. Далеко идет твоя дорога, Нан. Иду к могиле матери. Бедный. Она обрадуется, услышав твой голос. Пей на здоровье. Спасибо. На счастье в нашем доме. Хаджарат! Хаджарат, Марытхо пришел за тобой. Никуала! Если ты не сдашься, он уничтожит все.
Он ищет только тебя. Беги, мои малютки. Никуала, прости меня. Хаджарат, беги, Хаджарат! Ну, скорей! Хаджарат! Вараса. Скорее, Хаджарат! Квараза, я не принес тебе счастья. Прости. Прощай! Пришел. Я знал, что он приползет, как пес. Живым! На помощь! На помощь! Он там! Люди, он там! Отдавать! Прощай, мама. Не стрелять! Не стрелять! Он мне нужен живым. Ну, брось оружие! Сдавайся, все равно тебе конец. На помощь! На помощь! Ты забыл веру отцов. Горцы не сдаются.